Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Я тут, покатили. Пристегнитесь. Вижу одного наркодилера. Скажи, куда смотреть? У той груды покрышек. Запускаю дрона. Вижу вторую цель. Противник на мушке. Иду на позицию. Нужна позиция получше. Вижу цель. Цель выбрана. Жду указаний. Враг убит. Спокойно, идем. Друзья считают, ты бесполезен, а я думаю, тебя можно наказать. Знаешь, как на людей действует вид человека, повешенного на собственных кишках? Не надо этого! Я все сделаю, все! Я хочу, чтобы ты всем рассказал, что тут случилось. Неудачный день для засранца. У повстанцев сегодня хороший день. Им понравится. Кумбас, народ Боливии все больше поддерживает силы повстанцев. В одной деревне моих людей жители встретили цветами и пивом. Отличная новость. Эта война не нужна, если народ нас не поддерживает. Извини, что сомневался в вас. С тех пор, как вы здесь, восстание разгорается все сильнее. Muchas gracias. Тут медаль картеля. Какой-то бандит расстроится из-за пропажи.
Слушай, давай мы будем ехать ровно, а? Готовы? Открыть огонь. Ясно. Все готово. Жду указаний. Их лейтенант убегает. Эскортлик. Продовольствие захвачено. Повстанцы позже его заберут. Пошли. Я за штурвал. Вижу бойца единства. Ладно, все в норме. Бункере. Ясно. Выхожу. Ясно. Цель отмечена. Убит. Снайпер на вышке.
Вижу Ясно. Врага. Выдвигаюсь. Цель получена. Стреляю. Пока все хорошо. У них стоит сигнализация. Сигналку отрубили. Подкрепления они не дождутся. Вижу световые Здесь табло. Здесь генератор. Появился один с пистолетами и пулеметами. Есть еще одна цель. Есть третья цель. Иду на позицию. Мне нужен хороший обзор. Погоди, сейчас займу позицию. У меня есть цель. Ясно, цель выбрана. Нет цели, повторяю, нет цели. С этим мы разобрались. Еще одна цель. Нашли дружка, черт. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Принято. Стой, как допрыгался. Вступаю в бой. Похоже, им не по себе. Все круто, все круто. Стреляю. Estén atentos ante tropas enemigas. Целей поблизости нет. Нет его. Тут все чисто. Похоже, мы их рассердили.
открываю огонь. Las tropas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. Не отступать. Вас понял. Огонь. Принято. Мы связались с повстанцами и вызвали подкрепление. Ясно. К вам отправлена группа. Здесь один боевик. Черт, покажи. Блокпост. Вон там. Ясно. Выхожу. Пригнись, иначе заметь. Вижу цель. Открываю огонь по этим гадам. Приляг, отдохни. Кто ты такой? С какой стати ты мне звонишь? Люди называют меня кардинал. Это что еще за имечко? Ты что, поешь религиозные песенки? Готовы? Огонь, огонь, огонь! Вас понял. Послушай. Я советник по религии у мечтателя и картеля Санта-Бланки. Ради всего святого, я же посвятил тебя в таинство Санта-Бланки. А, кажись, припоминаю. Хорошо. Я связался с не тобой, следуй, чтобы врага. Мы создали твое послание для Боливии. Эй, чувак, при всем уважении к святой смерти, я не несу никаких посланий. Я просто развлекаю народ. И все. Ты отправляешься в Боливию, чтобы поднять дух бойцов. И распространение веры в святую смерть входит в твою задачу. Я не собираюсь толкать речей, но могу чуток изменить плейлист и исполнять больше баллад с упоминанием святой смерти. Этого достаточно. Готово, погнали.
Огонь! Вас понял. Все готовы? Принято. Атакую враг. Они знают, что мы здесь. Давайте опустим оружие. Тут и так все на нервах. Поддержите сейчас. Спасибо. Thank you.
Внимание, народ! Por eso soy su siervo y pastor de su rey.
Поехали. Уже несколько веков на Западе господствует идея о том, что люди рождены равными. Но равенство это кончается в момент рождения. Наивно думать, что все люди равны, в то время как они столь различаются богатством, властью и силой. Пока люди свободны, они не могут быть равными. Свободный человек сам выбирает смирение. Огонь по мудакам. Их лейтенант убегает. Не отступай. Стоп, тут оружейный ящик. Летит птичка и едет. Берегись. Почему тревога? Сюда летит вертолет. Попался. Вертолет. Открыть огонь. Мы вызвали подкрепление повстанцев.
суп! О, хорошая вещь. Вертушка единства. Тихо. Враг убит. На землю вертолет. Граната! Всем залезь, вертушка! Все будет хорошо. Черт побери! Вертушка, ложись! Сбили вертушку. Стреляли со свалки. Нет, в укрытие! Приготовиться! Огонь! Ясно. Черт, у нас потери! Несем потери! Вы что, совсем охренели? Я иду, держись! Где вы шлялись? Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Готов. Враг на мушке. Потери. Занимаю позицию. Дайте найти хорошую позицию.
Вижу капитана. Цель отмечена. Это ясно. Пятый. Цель получена. Цель уничтожена. У нас гости на пороге. Эй, здесь боец картеля. Рядом с вертолетом. Дрон в воздухе. Заметил еще одну цель. Иду на позицию. Нужна позиция получше. Вижу цель. Цель выбрана. Жду указаний. Атакую! Здесь все чисто. Вижу оружейный ящик. Класс.